сейчас на самом деле самая такая вот злободневная. Это вот ремонт автодорог. Как уже ранее говорил, это Н4 дорога у нас, которая идет вдоль гостиницы Вега, вдоль храма. Н12 дорога и участок от перекрестка ОТЦ до объездной автодороги. Значит, дорога Н9А, которая от плотины и в сторону дач Кукуевка, Николаевска, так далее, до перекрестка. Вот. И сейчас у нас за счет сэкономленных средств мы проводим конкурс на ремонт участка автодороги Н11. Это объездная автодорога, как раз таки от перекрестка с Н12 и дороги на Сосновку и до перекрестка на 6 микрорайон. Эта дорога также планируется к выполнению в течение ближайшего месяца. Единственное плохо, что деньги выделили достаточно поздно, и работу приходится уже выполнять в конце лета. Да? Погода переменчива, не знаю, как будет. Но единственное, что хочу сказать, что в дождь асфальт мы класть не будем, чтобы наши жители не переживали. Дана четкая установка подрядной организации. Асфальт мы кладем только в сухую погоду. Значит, далее администрация совместно с депутатами также пошли навстречу и выделили дополнительное финансирование в размере 10 миллионов рублей на финансирование наших автомобильных дорог, которые находятся внутри квартала, внутри наших микрорайонов. За счет этих денег мы сможем выполнить ремонт 26 дорог по всем микрорайонам. Протяженность достаточно большая, в общем количестве точно не скажу, но это ориентировочно где-то процентов 60-70 составляет от того количества дорог, которые нам нужно выполнять, которые нам нужно ремонтировать. В первую очередь проверку дорог проводит администрация, проводим мы, комитет по городскому хозяйству. Дальше уже реагируем на жалобы жильцов, жалобы надзорных органов. Также есть у нас вот несколько постановлений суда о необходимости, ну, опять же, по жалобам жильцов, о необходимости выполнения ремонта этих дорог. Жильцы обращают внимание на то, что вот мало у нас бесплатных автостоянок внутри дворов. И неоднократно уже обращают на внимание, что как бы администрация не занимается расширением этих автостоянок. Если не занимались, то почему? Значит, в большинстве случаев автостоянки, которые у нас находятся возле домов, они были устроены при строительстве города, то есть 70-е годы, когда количество машин было намного меньше, и не рассчитаны были на такое количество машин. Значит, а так как эти стоянки находятся на территории домов и находятся на придомовой территории, то в соответствии с постановлением правительства 491-м, обязанности по благоустройству территории придомовой, в том числе и стоянок, это является обязанностью собственников многоквартирных домов, которые с помощью управляющей организации, обслуживающей эти многоквартирные дома, могут сами устраивать стоянки на своей территории, сами проводить благоустройство своей придомовой территории с приобретением, установкой всех тех малых форм архитектурных, которые они хотят. Значит, для этого необходимо провести общее собрание собственников многоквартирных домов в соответствии с жилищным кодексом, обратиться в управляющую компанию, которая сможет посчитать стоимость этих работ дополнительно и включит в тариф. Соответственно, для каждого дома может быть разработан индивидуальный тариф на выполнение вот этих работ. Поэтому все в наших руках. И опять мы будем говорить о благоустройстве, да? Спортивные площадки в нашем городе, внутри микрорайонов, жители считают, что их недостаточно. Планируется ли, скажем, расширение их, либо обновление старых? Значит, по мере возможности, по мере выделения финансовых средств, конечно, мы стараемся приводить существующие спортивные площадки в соответствие нормам. В ближайшее время планируется установка дополнительных баскетбольных колец внутридворовых территорий. Значит, и одно из значимых событий у нас в ближайшее время, это 27 числа состоится открытие новой современной баскетбольной площадки в 4-м микрорайоне, которая будет соответствовать самым высоким требованиям
значит, предъявляем вот к таким видам сооружений, будет иметь трибуны, переодевалки, освещение, новые, установлены уже новые баскетбольные щиты, кольца, ограждения. То есть вот работа сейчас уже завершается, и 27-го будет состояться открытие вот непосредственно этой площадки баскетбольной, на которой смогут тренироваться как наши дети, так на этой площадке будут тренироваться и спортсмены, входящие в дивизион баскетбольный, значит, «Динамо Росатом», совместно с которыми эта площадка как раз таки реконструируется. Это заканчивается. Готовимся к зиме. Как двигается подготовка к зиме? И вот очень интенсивно идет раскопки, значит, вот этих теплосетей, я понимаю. Каким темпами вот мы готовимся к зиме? Подготовка к зиме у нас, слава богу, идет в соответствии с нами установленными графиками. Срывов по подготовке нет. Значит, в рамках подготовки мы проводим как подготовку жилищного фонда со всеми инженерными коммуникациями, так и подготовку внутриквартальных и магистральных тепловых сетей. Те раскопки, про которые вы говорите, это есть результаты ежегодных гидравлических испытаний тепловых сетей на плотность и прочность, значит, по результатам которых вот выявлены некоторые дефектные участки. И мы сейчас их меняем. Если ранее, значит, такие дефекты устранялись локально, сейчас руководством УПКП вместе с нами принято решение о целиковой замене участков труб, дабы сети у нас служили более долгий срок и более качественно мы работали непосредственно в осенне-зимний период.